Встречайте на нашей сцене самые юные артисты. Подготовительная группа номер один. Волшебный прутик. Были самые юные артисты, друзья, погромче! Что такое лето? Это много света, это поле, это лес, это тысячи чудес. Это в небе облака, это быстрая река, это яркие цветы, это синь высоты. Это в мире 100 дорог для ребячих быстрых ног. Йохор надо. Исполняет младшая группа. Музыка.
Друзья, умеете ли вы также танцевать йопа? Если нет, то надо громко нашим детишкам поаплодировать. А сейчас встречайте на нашей сцене гости нашего концерта, ученица Бурятского лицея-интерната номер 1 Аяна Хайдапова. Она исполнит для вас песню «Милые взрослые». Наш летний концерт продолжается, и сейчас мы с большим удовольствием также приглашаем на сцену гостя нашего концерта, лауреата международных конкурсов в городах в Москве, в Одессе, в Самаре, в Санкт-Петербурге, обладатель гран-при конкурса «Наранет Уя» 2011 года, лауреат первой степени конкурса «Наранет Уя» 2013 года, такой юный и такой уже прославленный певец Цидыпов Байсхалан. Ты почти такой, как наш. Я рисую на мне акварелью и гуашь. Краски я переосну и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где всегда добро царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, дай прохожий обид.
рисуй своё огне, мир таким он должен быть. И верю, что когда каждый из свою возьмёт, с наших окон до врага настоящими пойдёт. И наступит он тебе без обид и слёз в глаза, где ты добрый человек, это всё в твоих руках. Для слез причины нет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир такой нужен мне. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя. Прилетят на праздник птицы, дятлы, ласточки, синицы. Будут щелкать и свистеть, вместе с нами песни петь. Зашужат вокруг стрекозы, улыбнутся маки, розы. И оденется тюльпан в самый яркий сарафан. Арачонский танец исполняет средняя группа.
Европа.
Ваши аплодисменты и старшая группа ансамбля. И вновь встречайте на нашей сцене гостью, лауреат международного конкурса «Наранет Уя» 2014 года, обладательница первого места международного конкурса «Звезды светлого будущего» город Улан-Батор, Монголия, лауреат международного конкурса «Я могу» в городе Казани, лауреат конкурса в городе Иркутске, Арюна Мункуева. Я падаю.
Джамур имеет не только новые постановки, но и танцы, которые можно назвать классикой бурятской сцены. Этот танец называют одним из самых красивых танцев мира. Старшая группа ансамбля «Бульджамур», дорогие друзья, исполнит для вас «Цветок Байкала». Thank you.
Дорогие друзья, лето, пора школьных каникул, пора отдыха, и нам хочется всем вам пожелать, чтобы лето у вас прошло, конечно же, весело. Подходит к концу наш летний концерт, завершается еще один летний день. Он был очень интересным, даже грустным. Салена, не волнуйся, ведь завтра день будет еще интересней. И совсем скоро мы вновь встретимся с прекрасным детским коллективом «Больше Амур» на лучших сценических площадках. Итак, прежде всего, ваши аплодисменты нашим юным артистам, да мы хотим им вручить цветочки. Это первые цветы в их жизни. Погромче, друзья, погромче. Можно погромче поаплодировать нашим артистам. Все волновались, все танцевали и улыбались. Это только для вас, дорогие зрители. Погромче, дорогие!
Дорогие друзья, с бурными аплодисментами встречайте на нашей сцене основатель ансамбля, художественный руководитель, заслуженный работник культуры России и Бурятии, лауреат премии Министерства культуры России «Душа России» Людмила Доржина-Овчинникова. Педагоги-репетиторы Лолита Азимовна Барбиева и Алексей Станиславович Черепилов. Вот и окончился наш очередной учебный год. Вы в этом году молодцы, принесли нам не одну победу на всероссийских конкурсах и фестивалях. Я поздравляю вас с завершением отчетного концерта. А теперь сделаем поклон. И раз, два, три, четыре. А теперь... Каникулы! Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком.